даже молитва «Отче наш», которую Христос научил. Дети, что такое «Отче наш»? Что это значит? «Отче наш»? А ну, скажите, я хочу от вас понять, услышать, что значит «Отче наш»? Что это? Как ты понимаешь? Отец наш. Так? Все вы так понимали? Уже Машу. Потому что я спросил, что такое «Отче наш», и дети такие в возрасте 8-9 лет сказали «Отче наши». «Отче наши». Они даже не знали, что это «Отец наш». Ладно, в мире этом, я помню, командир говорил, так, вы должны выучить все, как «Отче наш». И я его спросил, говорю, товарищ командир, а что это такое «Отче наш»? Молитва. Ну, я понимаю, молитва. А само слово «Отче наш»? Он говорит, ну ты что? Что ты не понимаешь? «Отче наш». Это молитва «Отче наш». Это, говорю, его название такое. Молитва «Отче наш». Да. Я говорю, да нет. Это наш Отец. Он встал, так на меня смотрит. Я говорю, слова переставьте. Наш Отец, Отче наш. Он смотрит на меня, говорит, да ты что? Столько лет прожил и думал, что это название Отче наш. И действительно, дети наши, они не до конца это понимают. Нужно им объяснять. Что это Отец наш. Мы обращаемся к Нему. И действительно, сегодня говорилось о том, что когда мы молимся, мы говорим, прости долги наши, как мы прощаем должникам нашим. Кто, знаете, внимательный, то бывает пропускают эти места. Потому что себя жалко. Они понимают, что если Бог им простит так, как они простили, то это совсем плохо. Потому что не могут простить люди. И сказали быстро, чтобы не услышать, как язычники, чтобы не услышать, чтобы Бог не сказал, «Господи, прости долги наши», как мы простили, а Бог скажет сразу, а ты простил? Не, я быстрее, я пошел дальше. Ну, остановись. Ты простил, чтобы я тебе простил? Я не могу простить, а ты прости. Хоть так поговорите с Богом. А то бывает, что люди стают как язычники, многословные, и поэтому молитва не услышана.